Автор – Куаныш Жаданов. Категория – пенсионное обеспечение. Автору блога – министру внутренних дел Республики Казахстан Касымову. Добрый день. Я ушел с органов внутренних дел Западно-Казахстанской области по состоянию здоровья на пенсию в декабре 2015 года. Как происходит начисление пенсии, если стаж в органах внутренних дел превышает 13 лет, а общий стаж более 29 лет? Берется ли базовая пенсия в расчет? С какого периода происходит начисление? Согласно поправкам закона Республики Казахстан о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан с 2016 года, лицам, впервые поступившим на службу после 1998 года и уволенным до 2016 года, имевшим на дату увольнения условия для назначения пенсионных выплат за выслугу лет в соответствии с нормами законодательства, действовавшего до 2016 года, предоставлено право на назначение пенсионных выплат за выслугу лет. При этом должны быть возвращены 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года. Пунктом 2 статьи 68 закона предусмотрено, что данная категория пенсионной выплаты назначаются со дня обращения. Вам назначена пенсионная выплата за выслугу лет со дня обращения с июня 2016 года. С 1 января 2016 года получателем пенсионной выплаты за выслугу лет не назначается государственная базовая пенсионная выплата. В соответствии с законом о правоохранительной службе определен предельный возраст состояния на службе. Для сотрудников в специальном звании до майора включительно определен возраст 48 лет. Подполковники до 50 лет и полковники до 55 лет. С 1 января 2016 года произошли изменения в пенсионном законодательстве в лучшую сторону. Это касается сотрудников младшего начальствующего состава. То они теперь так же, как и сотрудники-офицеры, могут увольняться на пенсию при наличии общего стажа 25 лет, из которых непрерывная выслуга составляет 12 лет и 6 месяцев.